Фотоконкурс «Мисс Ликви Моли». У нас есть социальные сети, да, Никита? ВКонтакте, Инстаграм. Конечно. Самые конечно. Популярные, любимые. И нужно вам, красотки, выложить фото, поставить хэштеги «Мисс Ликви Моли», «Страна FM» и «Визит Норви.ру». А мы каждый день рассказываем о той или иной красавице. Претендентке. Которая, да, претендует на победу. Да, претендентке на победу. 27 декабря уже да. финал. Финал 27 декабря, там будет разыграна путевка в Норвегию на двоих. Ну и каждые две недели по пятницам, а на этой неделе розыгрыш это состоится. Тот день, тот самый. Да, мы вручаем очки виртуальной реальности. Это промежуточные итоги конкурса, приз зрительских, не зрительских симпатий. Там посольство Норвегии выбирает. Да, но тем не менее приз зрителей посольства Норвегии. Вот. Юля у нас кто сегодня? Юлечка. На очереди. Ох. Юля родом из города Луга. Угу. Ей 35 лет, посмотри, она фитнес-тренер. Юлька! Сейчас модное слово фитоняша. Да, мне кажется, все посольство Норвегии должно ахнуть однозначно. Юля, да, хорошо, бесспорно. Юля стоит с гантельками, подкачанная. Ух, грудь вперед. Я не знаю, тут такие у нас есть фразы. Юля выглядит на 10 лет моложе. Это Юля про себя сама пишет? Или уже добавляют редактор и так далее. Ну, неважно. Юля действительно очень хороша, претендует на победу. Надеюсь, 27 декабря Юля будет в финале. Как минимум. Либо в эту пятницу уже получит очки виртуальной очки реальности. Виртуальной возможно. Реальности, да. Но не мы решаем. В общем, Юлечка, мы всячески с Лизой Калининой желаем тебе удачи. Выигрывай, побеждай, участвуй в наших конкурсах. Ну и напоминаем, что каждая из вас, дорогие барышни, может поучаствовать тоже. Достаточно загрузить фотографию с хэштегами «Страна FM», «Мисс Ликви Моли» и «Визит Норвей.ру». И, возможно, именно вы поедете да. в Норвегию. Друзья, мы ждем вас, красавицы страны. Фотоконкурс «Мисс Ликви Моли».